Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, братья и сестры, друзья, которые находятся с нами в прямом эфире, я приглашаю вас открыть вашу Библию. Мы прочитаем с вами несколько текстов Священного Писания, несколько стихов. Евангелие от Матфея, 1 глава, мы прочитаем с вами 20 стиха. «Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Когда рождается в семье младенец, когда рождается маленький ребенок, никто в семье не говорит о его будущей смерти. Семья радуется жизни этому ребенка, семья планирует для него жизнь, и сам ребенок, подрастая подростком, взрослым человеком, не так часто, согласитесь, думает, может быть, о своей смерти. В жизни Иисуса Христа было совершенно по-другому. За 700 лет до рождения Иисуса Христа весь Ветхий Завет, пророки говорили о смерти Иисуса Христа. Говорили, как это произойдет, какой ценой. Вспомним пророка Исаию, 53 глава. Не правда ли? Она возвращает нас в сегодняшний день. Она говорит о тех величайших страданиях и какой ценой. Когда Иисусу Христу было 8 дней, и родители принесли Его в храм, чтобы совершить законный обряд. И помните, когда старец Симеон взял на руки и благословил это дитя, он сказал Марии одни очень важные слова: «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих». Родители понимали, что они на руках держат особого младенца. Родители понимали, что это Мессия. А если это Мессия, то этот Мессия должен пострадать и умереть за народ израильский. Я думаю, что когда мы читаем Евангелие, Иисус Христос сам говорил об этом очень часто. Можем себе представить человека, который живет на этой земле, и который до йоты, до последнего мгновения, все знает в деталях, когда, как это будет происходить. И он не скрывает, он говорит ученикам своим об этом. Поэтому, братья и сестры, если мы посмотрим на историю жизни Иисуса Христа, начиная от яслей до Голгофы, вся его жизнь, его пребывание на земле было связано с его смертью. Моя проповедь сегодня называется «От яслей до Голгофы» или «От Рождества до Голгофы». Сегодня 4 декабря. Сегодня 4 декабря, и этот месяц особенный, правда? Потому что мы знаем, что сегодня уже мы слышим, видим и присутствует вот этого события, величайшего события рождения нашего Господа. Это заметно в наших семьях, в наших домах, когда мы подготавливаем и украшиваем наши дома. Это заметно в нашей церкви. Христы повторяют, готовятся к служениям, которые будут рождественские, музыканты. Братья-проповедники готовят уже сейчас проповедь на Рождество Иисуса Христа, стихотворения учат. Все уже об этом говорит, братья и сестры. И я думаю, что уже в следующее воскресенье мы будем слушать с этого места проповеди о величайшей тайне, о величайшем событии, потому что главная мысль Рождества, главная идея, центральный стих Писания – «Бог явился во плоти». И мы будем слушать эту тайну Богом воплощения. Сегодня, братья и сестры, у нас особое служение. Главная тема нашего служения сегодня заключается в том, что мы провозглашаем смерть Господа Иисуса Христа.
И такое служение в этом году, это последнее служение в этом году, когда мы будем вспоминать страдания, когда будем преломлять хлеб, когда будем принимать хлеб и вино, и благодарить Господа за то, что Он совершил для нас когда-то. И вы знаете, мне кажется, что вот проведение вечери Господней в декабре месяце, оно как-то глубоко символично. Оно объединяет в себе как бы два больших события из жизни Иисуса Христа. В последующих служениях, как я уже сказал, мы будем слушать весь о приход в мир Иисуса Христа. Но я бы так хотел, дорогая церковь, когда мы будем слышать пение ангелов, образно мы говорим, когда будем слышать весть о рожденном, когда будет вот этот свет особый, голос ангела, который будет возвещать о том, что в городе Давидовом родился Спаситель, дорогая церковь, как важно сквозь призму, во свете этих событий видеть Голгофу, видеть распятого. Потому что без Голгофы события в Вифлееме не имеют никакого смысла. Вот почему сегодня у нас так необычно построено само служение. У нас стол, и на столе хлеб и вино. У нас крест, и у нас ясли, и у нас терновый венок. Как все близко, братья и сестры. 33,5 года – это очень короткий промежуток времени для обычного человека. Но все наполнено в жизни Иисуса Христа было одним. Он шел от яслей на Голгофу в Иерусалим. Весь его путь состоял из этого. Говоря о рождении и смерти Христа, мне хотелось бы сегодня как-то объединить эти два события вместе и кратко поразмышлять, рассмотреть эти два события, которые произошли в жизни Иисуса Христа. Это очень чрезвычайно важное значение имеет, братья и сестры, для всех людей, которые жили когда-либо, для нас каждого, кто находится здесь, для тех, кто уверовали и приняли Господа, и для тех, кто еще не приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. На протяжении этого года мы старались чаще говорить о личности Иисуса Христа. Мы говорили с вами, если кто помнит, регулярно посещает собрания, в одной из проповедей мы говорили о Иисусе Христе как Сыне Человеческом. Тот, который пришел на эту землю, тот, который принял плоть, тот, который прожил жизнь святого, человека-праведника, приняв на себя все условия жизни этой земли. И мы говорили также о Иисусе Христе как Боге, как Сыне Божьем, который имел божественную природу. Истинный Бог, истинный человек одновременно. Слово стало плотью, и в этом есть самое великая евангельская весть. В этом величие Рождества, сущность воплощения. Вездесущий Бог, находящийся во всех точках Вселенной одновременно, так как сейчас Он добровольно ограничил свое вездесущее присутствие до маленькой точки, маленького места в земном шаре, маленькой территории, маленькой страны, воплотившись в реального человека. Вседостаточный нуждался в насущном хлебе. Всемогущий и всесильный нуждался в отдыхе. Безграничный Бог добровольно ограничил себя рамками времени, пространством и расстоянием. Бог стал человеком, не переставая, а продолжая быть таким же Богом. И, безусловно, братья и сестры, мы не будем сегодня проходить с вами весь путь от Вифлеема до Голгофы. Мы с вами сделаем только несколько таких остановок, несколько мыслей я хотел бы поделиться сегодня перед тем, как будем с вами молиться. Я бы хотел обратить внимание вновь на текст, который мы с вами только что прочитали. Это рождественский текст, братья и сестры, но в этом рождественском тексте есть глубокая, величайшая мысль
распятом. Хочу обратить внимание на в контексте немножко. Мы читаем первую главу, мы понимаем, что произошло в семье, что произошло в Марии, что произошло в жизни Иосифа. И мы понимаем это величайшее смущение Иосифа, в котором он находился. Как поступить, какие его действия должны быть. И Господь посылает ангела Гавриила, который приходит к нему для того, чтобы утвердить его, и для того, чтобы послать ему величайшее откровение. В лице Иосифа получит весь мир, все человечество. Хотел бы обратить внимание, друзья, на одну очень интересную фразу. Как происходила беседа ангела, с чем он обратился к Иосифу, каким образом нужно было дать ему это откровение. Обратите внимание, «Се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Обратите внимание, друзья, на короткие два слова «не бойся». Почему именно это слово использует ангел для того, чтобы Иосиф получил эту ясность и это откровение, друзья? Я хотел бы подчеркнуть, что это обращение не только к Иосифу, друзья. Сколько небо молчало. Как часто ангел Господень приходил на землю как вестник. Мы знаем, что Господь посылал иногда ангелов, своих вестников с определенной целью. Это могло быть, может, и весть, которая говорила о приближающемся суде, наказании. Или, может быть, то, что народ израильский будет уведен в плен за свое непослушание. Но это весть, это радостная весть. Последний пророк молчания, книга пророка Малахии, богословы говорят, около 400 лет Бог молчит и не обращается к людям. И вот здесь не просто какая-то весть, не просто пророк что-то проговорил к людям, ангел Господень приходит и говорит эти удивительные слова: «Иосиф, сын Давидов, не бойся». Не бойся, та ситуация, в которой вы находитесь, является частью величайшего плана искупления. Не бойся. Братья и сестры, когда мы смотрим на события, связанные с приходом в мир Спасителя, рождественские события, всякий раз все люди, которые находились и были слушателями и участниками данного большого этого действия Бога, вот этих всех событий, всякий раз они слушали и слышали эти слова, и ангел говорил всем им одно слово: «Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь». Обратите внимание, помните Захария, Захария, который находится в храме, Захария, который находится в большом смущении и ожидании, ожидающий вот это пришествие обещанного. Обратите внимание, первая глава Луки, 12-13 стих. Захария находится в храме, и снова к нему является кто? Ангел. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему два коротких слова: «Не бойся». И сердце Захарии было утешено. Братья и сестры, когда мы говорим людям, даже мы, люди в своей немощи, обращаемся в каких-то обстоятельствах к нашим родным, близким, деткам даже маленьким, которые боятся, мы говорим: «Не бойся, сынок, не бойся, доченька». Братья и сестры, думаю, когда ангел Господень говорит эти слова «не бойся», сколько мира и покоя, и сколько обещания в этих словах имеется, правда? Обратите внимание, Мария. Мария, которая пришла тоже вот в таком состоянии, когда приходит к ней ангел и сообщает ей удивительную вещь, что она будет частью величайшего Божьего искупления, она тоже находится в смущении. Луки 1 глава 30 стих, если можно 29 стих немножко выше посмотреть. Она же, увидев его, то есть ангела, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И вот 30 стих, и сказал ей ангел что? «Не бойся, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». И снова утешение, и снова слова ангелы полны ободрения и утешения. Пастухи находятся на Вифлеемских полях.
Они тоже приходят в страх от увиденного. И обратите внимание, 2 глава, 9-10 стих. «Вдруг предстает им ангел Господень, слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». 10 стих. «И сказал им ангел Господень, не бойтесь». «Не бойтесь, и возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Друзья, священник Захария, Мария, ангелы, Иосиф и всем небо говорит, «Не бойтесь, не бойтесь, пришло время, когда Бог пошлет на эту землю младенца, который возрастет и станет спасителем, который примет на себя грехи всего человечества». Вот эти слова утешения, друзья, это не случайно. Бог знал человеческое сердце. Если можно было охарактеризовать вот состояние всех людей, которые жили до этого времени, до вести, я бы назвал его одним словом – страх. Люди находились все в страхе. Причина этому следующая, братья и сестры. Я бы хотел очень кратко вернуться в Едемский сад и посмотреть, что произошло в момент грехопадения. Обратите внимание, когда первые люди прикасаются к плодам запретным, плодам дерева познания добра и зла, происходит нечто поразительное, страшное, катастрофическое в сердцах этих людей. Книга Бытие, 3 глава. 9-10 стих. Если можно, откройте, пожалуйста, текст. Бытие, 3 глава, 9-10 стих. «И воззрел, возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты?» Бог знал, что произошло. Бог приходит в Едемский сад, ищет Адама и спрашивает: «Адам, где ты?» Ответ Адама, обратите внимание на ответ Адама. Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся. Я убоялся, потому что я наг, я скрылся». Грех, братья и сестры, приносит страх, парализует человека. Вся его жизнь, мышление, сердце, характер, воля – все находится в страхе. Обратите внимание, как открывается сущность человека, который согрешил, который утратил, который духовно мертв. Обратите внимание, грех принес страх. «Я убоялся». «Я убоялся, потому что я наг». «Грех принес стыд», говорит, «я убоялся». «Грех приносит и скрывается, скрывает человека от своего Творца». И он говорит: «Я скрылся от Тебя, Господи». Страх стал повседневной спутницей каждого человека, который пришел на эту землю. Братья и сестры, разве сегодня другая обстановка? Если мы заглянем в сердца миллионов людей, то мы увидим, что главная, самая большая проблема многих и многих людей, они даже об этом не говорят неосознанно, это страх. Люди боятся всего. Люди боятся настоящего времени, боятся будущего. Люди боятся болезни. Люди боятся смерти. Люди боятся войны. Люди боятся стихийных бедствий, боятся Бога и боятся дьявола, боятся себя, боятся своих близких, боятся своих соседей. Братья и сестры, люди боятся оставаться сами в одной комнате, сами, потому что, говорят, я боюсь малейшего шороха в комнате. Люди боятся темноты, боятся света. Люди боятся остаться одинокими в своей жизни. Люди боятся садиться в самолет или боятся садиться в машину. Страх наполняет сердца людей. Люди боятся сегодня выйти даже на улицу. И апостол Павел, говоря о причинах воплощения Иисуса Христа, для чего Христос принял человеческое тело, он говорит, что одна из причин – это избавить людей из страха, от страха. Можем себе представить, братья и сестры, из многих причин, которые Господь решил своим приходом на эту землю, совершил искупление, это избавить людей от страха.
Послание евреям, 2 глава, 14 стих. Обратите внимание на этот текст, если можно, откройте. Павел говорит: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, то есть плоть и кровь, дабы смертью лишить силу имеющего державу, то есть власть смерти». Дьявол имел власть смерти, то есть дьявола. И обратите внимание, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Можем себе представить состояние. Всю жизнь люди находились в страхе. Мы только маленькую долю, братья и сестры. Вот этот список бесконечный. Его можно продолжать и продолжать, продолжать. Но один из самых таких, знаете, которых держит людей, это страх перед смертью. И Христос своей смертью Он победил. Он пришел, чтобы избавить людей, которые от страха смерти, они были, находились в рабстве. И Христос это совершил. Вот поэтому первое, что говорит ангел, говорит: «Иосиф, не бойся. Мария, не бойся. Захария, не бойся. Пастухи, не бойтесь. Есть Тот, Который победил страх». Я хотел бы сегодня обратиться к тем, в чем сердце есть страх. Любой страх, братья и сестры. Я знаю, что и у верующих людей есть страх, разный страх. Мы тоже люди. Хотел бы сегодня обратиться к тем, которые не знают еще Господа, но будут слушать это слово Евангелия. Кто испытывает вот этот страх, дорогие друзья, есть Тот, Который пришел и Своей властью победил смерть, победил державу, Тот, Который когда-то имел власть, имеет сегодня, дает сегодня свободу, дает радость и дает благодать. Но в этом же тексте Матфея, 1 глава, 21 стих, мы видим, как ангел открывает еще и путь от яслей, яслей до Голгофы. Я еще раз хотел бы прочитать этот текст Писания, последние слова 20-21 стиха. «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот в этом коротком рождественском тексте сокрыта вся суть Евангелия. Весь путь Христа, Его сверхъестественное рождение, родившееся в ней, есть от Духа Святого. И в ней открывается цель прихода Иисуса Христа на эту землю. Для чего Он родился? Для чего Он придет? Он станет Спасителем. Он спасет людей своих. Обратите внимание, настолько вот это слово «своих». Пришел к своим, мы читаем, но свои его не приняли. Но будут те, которые приняли, тем, которым даст он власть, братья и сестры. Те, которые сегодня принимают и будут принимать, Христос называет их своими. И Он спасает их от грехов их. Вы знаете, когда мы говорим о воплощении Бога, вот начало вот этого пути искупления, от яслей до Голгофы, до Гефсимании, я думаю, что ни одно место вот в Библии не вызывает в сердце нашем вот сколько и восхищения, и сколько смирения, и особого как бы благоговения, и даже подъема веры, как вот это повествование о сверхъестественном вхождении Бога в человеческую плоть, человеческое тело. Чтобы принять тело, и чтобы потом это тело было прибито ко кресту, чтобы это тело стало этим средством для того, чтобы Бог совершил свое искупление посредством смерти Иисуса Христа, должно было произойти вот это непостижимое для человеческого разума событие. Слово должно стать плотью. Сверхъестественное зачатие было дверью, которую вошел в мир Тот, Которому равных нет, не было и не будет. Он Сын Божий, истинный и вечный Бог, воблекся в образ человека, прошел весь путь, который установил Бог для каждого человека. Братья и сестры, можем себе представить, Мария держит на руках младенца. Он возрастает, скормлен молоком матери.
Он делает первые шаги, как всякий ребенок. Он говорит первые слова. Вся его жизнь, братья и сестры, наполнена глубоко вот этой человеческими нуждами. Он испытал все, братья и сестры, взял на себя все трудности, все, что было. Он нигде, братья и сестры, не сделал так, чтобы как-то облегчить жизнь человека на земле. Уставал, болел, страдал, переживал, плакал, молился и глубоко переживал за людей на этой земле. Апостол Павел, послание к евреям, рассуждая о приходе Иисуса Христа в этот мир, приводит очень важный текст Писания, который принадлежит самому Христу. Мы сегодня говорим от яслей до Голгофы, от Рождества до Гефсимании. Я бы хотел, чтобы у кого есть Библия, давайте откройте, пожалуйста, этот текст. Это, я бы сказал, такой диалог Сына Божьего со Своим Небесным Отцом. Обращение Иисуса Христа к Своему Отцу Небесному. Если можно, братья, откройте 10 главу послания апостола Павла к евреям. Мы прочитаем несколько стихов с 5 стиха. Текст говорит следующие слова. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело приготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано, мне исполнить волю твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот, иду исполнить волю твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Братья и сестры, это очень интересный текст. Обратите внимание, в трех стихах, в 5, 6 и 8 стихе Христос подчеркивает вновь и вновь следующую мысль. Он обращает внимание о том, что жертвы, которые установил Бог для того, чтобы грех человеческий был прощен, грех животных, они утрачивают свою силу. Более того, отношение Бога к жертвам и приношениям, обратите внимание, в 5 стихе Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел. Бог не хочет жертвы и приношения. Обратите внимание на 6 стих. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. В 8 стихе сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни все сожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Почему такая настойчивость? Почему вновь и вновь мы слышим, братья и сестры? Степень греха, сила греха, рабство человека настолько было погряжено и вот находилось в самом грехе, что эти жертвы, они уже тратили свою силу. В одном месте Ветхого Завета Бог говорит, «Я устал миловать, я устал миловать». Книга пророка Исаия описывает Бога, который говорит, «Я каждый день простирал руки свои к народу, который оскорбляет меня в лицо». Поэтому Христос говорит, «А какое же решение, Отец?» Вот этот отрывок Священного Писания, братья и сестры, он взят из пророческого псалма об Иисусе Христе. И возникает вопрос, если жертвы не угодны, если решение вопроса, то что, Господи, как? Обратите внимание, в 5 стихе открывается решение вопроса. «Но тело уготовил мне». «Но тело приготовил мне». Для того, чтобы решить вопрос греха, чтобы решить вопрос спасения рода человеческого, для того, чтобы Христос мог спасать своих от грехов их, Христу необходимо было тело, тело, которое будет прибито к Голгофскому кресту.
Интересно, как апостол Петр открывает вот эту истину в первом послании, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Грехи наши вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились». Согласно Божьей справедливости, всякий грех должен быть наказан. И возмездие за грех, братья и сестры, есть только одно – это смерть. И Христос добровольно согласился на этот путь. Вот послание евреям, обратите внимание, как Он говорит, «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне исполнить волю Твою, Боже». В пророческих книгах было написано о приходе Иисуса Христа, о том, что эта личность, вторая личность Божества, согласится принять тело. Согласно римскому закону, тех преступников, которые суд выносил приговор, их приговаривали к страшной казни через распятие. Это страшная казнь. Каждого, кто был подвержен, его проводили сквозь строй римских солдат, которые знали свою работу. Избивали, истязали. Братья и сестры, когда мы читаем Евангелие, которое повествует нашим Господи, лик Его был обезображен падше всякого человека. Пророки об этом писали. Его тело было настолько изувечено, избито и прибито ко Христу, что Христос, когда дает заповедь Церкви Своей в лице апостолов, учеников, помните, когда Он взял в руки хлеб, благословил и преломил, и сказал: «Примите, едите, это тело мое». Но тело необычное, тело ломимое. Тело ломимое. Тело Господа, которое было уготовлено самим Его Отцом, в сверхъестественном рождении, в котором участвовал, обратите внимание, Дух Святой, Святая Троица, участвовала в этом удивительном, чудном рождении, прихода в мир Иисуса Христа, тело прекрасного младенца, которого родила Мария, вскормила и воспитала с Иосифом, как свое дитя, стало тем удивительным и сверхъестественным инструментом в руках Божьим, когда Христос мог взять грехи всего мира на Себя. Его тело было прибито к Голгофскому кресту. Закон римлян был удовлетворен. Но это не главное. Закон Божьей справедливости и святости был абсолютно удовлетворен. И написано, пророк Исаия говорит, когда он принесет жертву умилостивления на подвиг души своей, он будет смотреть с довольством, потому что через оправдание он оправдает многих. Братья и сестры, мы через несколько минут будем совершать особое служение в нашей церкви. Дети Божьи, которые приняли Иисуса Христа как личного Спасителя и Господа, те, которые сегодня пришли для того, чтобы вспомнить, провозгласить смерть Иисуса Христа через принятие хлеба и вина, через какое-то время братья разнесут хлеб, над которым будет совершена молитва, он будет преломлен и роздан. И когда мы будем принимать этот хлеб, братья и сестры, когда мы будем благодарить Господа за Его ломимое тело, я бы хотел, чтобы мы помнили и были особо благодарны вот за этот путь от яслей до Голгофы, от Рождества до креста, и помнили, какой величайшей ценой мы были приобретены, спасены и записаны наши имена в книгу жизни нашим Господом. Пусть Господь благословит, а мы поблагодарим Его в кратких молитвах. Аминь.